исполнять Игорь Скороходов. Еще раз повторюсь, у вас призывник Череповецкой школы хоккея. Тем интереснее. Пасок, Кошечкин на месте. Пока ворота в неприкосновенности Василий сохраняет. Михаил Бирюков отправляется теперь в ворота. У Северстали Микали Ахтанян. Не очень хорошо показавший себя как раз в серии с Авангардом. На серии штрафных бросков. Посмотрим, не растерял ли ту уверенность, тот кураж, который был несколько дней назад. Так, финский нападающий начинает разбег. Забивает Лехтонен. Наконец-то первый гол в этом матче мы увидели. 1-0. Повели хозяева площадки в серии после матчевых штрафных бросков. Еще раз повторюсь, по одному очку в этом матче уже команды заработали. И сейчас в серии Буллитов разыгрывается еще одно дополнительное очко, которое одна из команд добавит в свой актив. Сергей Демагин будет исполнять штрафной бросок. 26-летний форвард Юры. Хорошо, Кошечкин безукоризненно действует. Не поддался на уловки нападающего и шайбу поймал. Ну что ж, с этого момента все броски становятся решающими. Если Йозеф Страка сейчас забрасывает, то Северсталь выигрывает серию. Пока 1-0 в серии бросков. Итак, Страка поехал на ворота. И забил. Великолепнейший бросок в паутину. Верхний угол. 2-0. Северсталь выигрывает в серии штрафных бросков. Соответственно, 1-0. Победа в этом матче. Василия Кошечкина поздравляем с заслуженным сухарем. По праву действовал сегодня блестяще Василий. И, в общем-то, эти два очка в полной мере можно отнести на его счет. Итак, сегодня победа. Послезавтра игра против московского «Спартака». Ну, а наша трансляция на этом подходит к своему завершению.